Как всегда, в темном углу Ютуба, с вами Вспугунчик, я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Неужели вот он, элемент волны, который я так ждал, он сейчас будет даже прокачаться. Режим волны активирован. Вот спасибо. Шарики теперь есть эти. Можно перемещаться. Можно теперь наконец-то перемещаться. Ну-ка. Контуры. Давай прокачиваться. Что у нас здесь в главном находится? Техника блока. Восстанавливать сейчас. Заблокируйте атаку и восстановите часть урона, да? На 1 СП. К волне, устойчивость к шоку. Какая-то что у нас? Техника ближнего боя. Атака с высоким уроном и отправляешь врагов в полет какой-то. Оно мне надо. Так, а где у нас здесь техника рывка? Нет, не тоже не то. Ух ты. Вот это мне нужно. При защите отражает 15% поглощенного урона. Увеличить скорость наложения метки. Опа. Это мне сразу все надо. Вот, да, техника броска, вот он. Восстановили 13% за 60 секунд. Атакует врагов роем снарядов, которые поглощают их ХП. Это вампирик, что ли? Выстрел вверх быстрым снарядом, пробивающий линию врагов. Здесь у меня увеличение урона, а тут регенерация очень хорошая. Можно в этой стойке регенерацию очень хорошо себе повысить. Давай пойдем так. Выстрелив снарядом, который рикошетит между игроком и стеной несколько раз и пробивает все на своем пути. Ух ты, ничего себе, это, кстати, круто. Может в урон пойти. Восстановляет 25%. Я бы вот здесь хотел пройтись. Так, ладно, не сюда надо, вот сюда надо, и вот сюда надо. Сразу же пройдем. Что потом мне еще нужно? Это мне, наверное, увеличит скорость восстановления всех негативных эффектов. Не надо. Здесь у меня регенерация очень хорошая будет. Если вдруг будешь помирать, то сразу переключаешься сюда, и тень дальнего боя тебя очень хорошо отхиливает. Это что такое у нас? Техника рывка. Сделай рывок проще, приманку, отвлекающую врагов. Сделай рывок на большой скорости, нанося урон и оглушая всех противников на пути. Да не, я лучше в защиту пойду. Здесь. СП? Что это такое? Восстанавливает СП при блоке. Не, не надо, спасибо. Мощный взрыв оставить можно. Я думаю, мне пока тоже это не надо. Посмотрим, что там за техника блока здесь такая интересная. Сблокирую атаку и восстановить часть здоровья. Интересно. Или, а это что такое? Призови ауру, отталкиваешь врагов поблизости на несколько секунд. Такое себе. Ничего себе, как интересно. Еще больше регенерации. Вот это дамаг, это регенерация. Так, и сюда, ну-ка, как это работает? Техника блок, узнать, как использовать технику блок, прочесть. Сначала поставьте блок. Во время блокирования нажмите RT. Ничего себе, у меня хпшек.
Улетел вниз. Так. Как мне тут быть-то? О! Да как мне его так запулить-то надо? Мне, по-моему, кажется, я просто смогу и отсюда попасть туда. Да, я и отсюда мог сюда попасть. Здесь лишь какой-то шпинат. Порталы пооткрывались. Опять эта штука с разгадыванием. Я очень сильно... Ой, давай посмотрим, что мне вообще надо делать. Ага. Встать сюда. Пропустить ее здесь, да? Потом чувствую пропустить ее здесь. Не, не здесь. Это мне надо было туда лететь. Да. Куда дальше? А, потом я должен был сюда лететь. Отключить эту кнопку. После чего я должен вообще каким-то образом туда попасть. Ладно, поехали снова. Э!
Что за фигня? Почему у меня она не рикошетит-то? А, вот как я должен туда попасть. Только я не понял, почему у меня не рикошетил нифига шарик. Хотя должен был. Вот! Что за фигня? Ты что, прикол какой-то? Или пока он летит, я не могу этого сделать. Оттолкнуться от нее. Ну и бред, ну и бред. Я лечу сюда, а затем я не смогу провернуть этот трюк. Эх, как мне это сделать? Это мне надо успеть. О, ху-ху-ху. Тихо. Я никак не успеваю, когда она там пролетает, чтобы сюда резко забраться. Никак вообще. Или оттуда можно все-таки это сделать? Ну-ка. А! Можно, можно сразу же. Обычным рикошетом. Это уже я что-то глупо сделал какую-то. Ох, ты ж не успел! Не успел, а оставалось совсем чуть-чуть. Это был геморрой. А я потом сюда наверх-то залезть смогу, мне интересно. А, не важно. Может смогу, может нет, если что, пешком дойду. Да, смогу я залезть сюда наверх. Я хотел здесь ящик где-то достать, здесь удалить. Все, здесь его нашел. Только со мной драться не надо, пожалуйста. Thank you.
Я хоть более-менее разобрался, что здесь и как работает. А то поначалу я офигевал, если честно. Так. Опа. Простой куб. Ну спасибо. Это вот ради чего действительно нужно было сюда идти. Как я... Как мне теперь попасть наверх? Ничего себе, у меня спад хила идет. А, я могу так отхиливаться, да? Хо-хо-хо. Еще сражаться. Еще бы знать, что хоть у тебя работает. Разбитие. О, ничего себе у меня. Я просто выкинул, что вы хотите сказать. Да что ж такое-то? Так, как быть? Как быть с тобой, а? Ну еще и отхилился, да, из-за этого? Да что ж такое-то?
Я не смог отхилиться? А, он на меня эффект шока наложил. И мне кранты теперь из-за этого. Я ненавижу его, эти способности. Так, где у нас? Как я должен так пальнуть, чтобы он в него попал? А, это только с той стороны можно сделать. Все, я понял. И он, конечно же, с той стороны это сделал. Фух! Ему чуть-чуть не осталось. Кранты, по-моему. И на последнем... Только его грохнуло, если бы он не отхилился в таких количествах, и я увидел бы сразу, как его убивать, не было бы никаких проблем. А, я не могу сейчас поменять, да, ничего? Да... Что за бред? Мне надо отойти. А, я по нему даже не попадаю с помощью этих шариков. О. Да пальни ты... О, да куда ты его выкинул? И он теперь отхилится сильно.
Че он мою приманку не атакует? Почему сразу так сделать нельзя было? Ой. Петя наверняка пришел последним. Не, я на этот раз первый пришел, ничего себе. Ей! Хоть раз что-то получилось. Черт, только вторая. Привет. Жаль, я думал, что у меня хороший забег в этот раз. Этот босс в конце был довольно изящным. Проклятие, снова последний. Я думаю, что у тебя все получится после того, как ты быстро разгадал головоломки. Ну, мне было довольно тяжело в последней секции, слишком много этих врагов. Да, это было нечто, правда? Итак, космическая птица ждет. Маленькая искра может дать жизнь любому существу этого мира. Однако самый яростный гром смиряет этих существ в благоговейном трепете. Среди самых свирепых молний ты оставалась стойкой. Спокойными и расчетными волнами ты прошла сквозь электрические разногласия. Ты странник, предвестник перемен. Ты проявила себя достойно. Возьми эту тень, одну из пары, чтобы достичь великого древа. Да будет каждый твой шаг приближать тебя к совершенству. Мои поздравления, Искатель. Вы получили Тень Молнии, одну из двух теней, необходимых для входа в Гранд Крискайя. Теперь, когда вы собрали обе тени, настало время для финального испытания Сада Гаи. Примите эту награду за свои достижения. Удачи и сохраняйте бдительность. И готово. Что значит, что мы наконец готовы так к этому Гранд что-то там подземелью, верно? Потрясающе! Это место довольно красивое, не так ли? Я хотел бы немножко осмотреться, прежде чем мы продолжим. Конечно, хотя я должна признать, что этот огромный электрический поток заставляет меня немного нервничать. Так, я помню с этого. Все началось с того, что Ди Орбис, бесплотный бог сотворения, родился в забвении пустоты. После размышлений о вечности, в одиночестве, его стремление к компании породило богов формирования. Квин, одна из этих богов, сестра-близнец Джиони, она является богиней Пентагона и создательницей штормов и молний. Квин – создательница штормов и молний. Ее сильный ветер держит наш мир в постоянном движении. Ее сильные грозы вдохновляют и разжигают любопытство внутри нас. Наконец, ее маленькие искры даруют жизнь каждому созданию этого мира. Джиони, создатель вечности, вот, брат-близнец Квин, был занят наполнением нашей планеты океанами и озерами. Вода, вытекающая из озер, медленно спускалась с холмов в океан, однако вода в океанах была почти неподвижна. Когда Квин смотрела на эти скучные, спокойные воды, у нее появилась идея, она создала легкие ветра, летящие над океаном и создающие множество танцующих волн на его поверхности. Сначала Джиони не понравилось это изменение, так как он предпочитал, чтобы его воды были тихие и спокойные. Но когда он увидел существ, играющих с волнами и использующих ветра для путешествий по океанам, он неохотно согласился. Это вызвало у Квин восторг, и она решила создать
более сильные ветра, заставляя волны подниматься все выше и выше. Это привело к грозным штормам и приливным волнам, затопляющим огромные территории. Джонни быстро вмешался. Вин поняла, что совершила ужасную ошибку. Чтобы загладить вину перед братом-близнецом, она создала множество существ, способных жить глубоко под водой. Когда Диара и Диорби стали свидетелями наших достижений, они решили отправить послание небес, завернутое в оболочку из твердого камня и льда. Когда он отправлял послание, Диаро был очень осторожен, лишь слегка подтолкнув его в конце концов. Он не хотел, чтобы создание им земля и горы были повреждены, когда сообщение прибудет. Квин наблюдала, как послание летит к нам. Очень медленно она смотрела и смотрела, становясь все более нетерпеливой. Она знала, что Диара хотел быть осторожным, но если бы все так продолжало, сообщение никогда бы не пришло вовремя. Затем Квин вспомнила, как наш вид мог противостоять ее самым сильным грозам и жестоким ураганам. Она была уверена, что мы смогли бы нести и стремительно приближающееся вынести и стремительно приближающееся послание. Недолго думая, Квин замахнулась и сильно ударила по посланию, направив его к нам на высокой скорости. Именно благодаря ее уверенности в нашей стойкости наш вид вовремя получил послание небес. Черт возьми, этот поток наверху. Так, ладно, что мне еще нужно? Все, мы добрались до суда. Мне, кстати, вот теперь интересно. Здесь у меня все решено. Можно. Сейчас будет попробовать попасть в храм Сан-Жиз. Нет, не надо. Здесь я по одному ящику, кстати, не нашел. Что здесь, что здесь. Твердыня Бейзина. Давай сюда попройдем-ка. Мне интересно, после всех этих заданий у меня появились новые квесты? Да. У меня появились все новые квесты. Испытание турельной обороны, укорение силы. Ты смотри, сколько квестов у меня появились. И знаешь что, я хочу их выполнить. Заодно можно будет исследовать территорию и... И дособрать все сундуки, которые я не собрал. У тебя квест есть какой-нибудь? Нет, а нет. Здесь квестик наверняка по-любому есть. Ах, Искафель, приятно видеть тебя снова. По-прежнему заинтересована в наших правовых раскопках, я полагаю. Ну конечно, ты заинтересована. У нас есть хорошие новости для тебя на этом фронте. Дверь открыта. Сейчас мы как раз собираемся подключиться к энергетическому контуру храма, который пролегает за ним. Но для этого нам понадобится кто-то, чтобы снова возглавить оборону. Как насчет этого? Есть свободное время в твоем графике? Давай. Хорошо, как всегда надежно. И будем надеяться, что это можно будет сказать и по ту технологию, которую ты будешь использовать снова. Эта защитная система с прошлого раза немного обновилась, но должна работать примерно так же. Вернись в грязную пещеру на спокойных задворках и войди в дверь внутри пещеры. Несколько наших коллег уже внутри, и они смогут рассказать тебе о деталях. Пока. Ага, до свидания и удачи. Приветствую клиентка нашей линейной защитной продукции Turret Inc. Привет. Поскольку вы уже успешно используете нашу продукцию, заинтересованы ли вы в расширении функциональности? Ну давай, почему бы и нет. Наберите 500 очков. Вызов принят. Выберите режим испытания, чтобы начать. Используйте это устройство, чтобы собирать энергию пути и конвертировать ее в специальные жетоны. Их можно обменять на ценные предметы прямо в данном устройстве. Благодаря вас за использование продукции Turret. О, окопные сапоги.
что это такое? Старейшее дерево. Мне не надо. Кросс-сэндвич. Ух, да это ж хорошая штука. Официальный обед. Это ничего себе ультимативное блюдо. И сапожки. Защита минус 4. Артиллерия 30%. Ничего себе. В яблочко 30%. Атака плюс 1. 244 хп, что мне как раз таки нужно. Я бы сапоги хотел получить. Мне нужно 33 жетона. Минимум 42-й, да? Режим вызова. Давай попробуем. Так, сколько у меня энергии? Так, давай попробуем. На энергии не хватает. Энергии, ясно. Ну как на них волны действуют, это интересно. Плохо мне. Плюс 5 энергии, так. Энергии так и до сих пор нету. Это обычный турель, это плохо. Ладно. Достаточно до сих пор энергии. Сколько там нужно на активации турели? Нехватка энергии все равно. Что у нас с энергией-то? Угу. Хорошо. Так, что мне еще нужно? Я бы вот здесь еще одну. Мне огненную турель установил. Здесь ледяную. А, недостаточно энергии. Да, видно. Thank you.
все, все тролли включены. Волна на подходе. Мне бы, наверное, чайку играл. Интересно, сколько мне очков дадут? Только 13 жетонов! Испытание завершено. Плюс 7 турельных жетонов. Ничего себе, а чё так мало-то? Ботинки не получится, у меня их только 20-ка. Эх, я-то думал, сейчас ботиночки себе смогу урвать. Это что, мне надо... Давай попробуем нормальный режим. Получится ли у меня выжить? Интересно. Так. По 25 очков нужно. Так, эти здесь турели поставим. Остальные все поставим здесь. Плюс 20 энергии. Так, что мы поставим? Сразу же холод. Чтобы они получали озноб. А здесь надо поставить, чтобы они сразу все поджигались. Thank you.
плохо. Количество энергии. Еще турель улучшать можно. А, вот для чего мне столько энергии-то давали, а? А я все не понимал. Сколько у меня жетонов? Мне 2 жетона дали, вы че? Ладно, режим выживания, попробуем. Так. Еще раз. Пусть они им щиты пробивают здесь. Как турель лучше? Как я это делал? Энергии надо накопить, чтобы турель себе улучшать. Или как это было? Thank you.
50 бонус волны. Неплохо. Давай попробуем так оставить. Мне интересно, что будет. Я наберу 150 энергии. Мне это что-нибудь даст? Или действительно улучшит все мои турели? Ух ты как, а что это было такое? Блин, чуть-чуть очков не хватило. Да, турель улучшена. Все, меня разбили. Так, ну рекорд я свой не побил. Торговля за жетоны. Да ладно, вы издеваетесь. О! Идите в жопу. Просто идите в жопу, я не хочу. Я не надо вас нафиг. Одного жетона не хватило, одного сраного жетона. Нафиг, мне это бесполезно. Столько времени я типа провозился. Здравствуйте. Привет. Ах, нарушитель спокойствия вернулся. Я полагаю, что твое отсутствие самообладания не изменилось. Почему? Ой, мы немного раздражены теперь. Что же, общение с прессой и подписание всех этих отчетов также было неприятным занятием, искатель. В любом случае, мы можем использовать твою помощь для другой работы. На этот раз никакие человеческие жизни не будут вовлечены в дело, поэтому ты можешь дать волю чувствам. Должно быть прямо по твоей части, если быть откровенным. Давай, металлический вкус, простой куб, поговорите с официальной сенсией. Хорошо, я подумал, что тебя заинтересует еще одна возможность поджарить этих преступных птиц. Речь снова идет о ситуации в чертовом небоскребе Калипсона. Здание уже эвакуировано, но попуганза по-прежнему контролирует самые верхние этажи. Почему? Эти пернатые жулики укрылись ящиками, полными драгоценных украденных фруктов, и медленно уносят их оттуда. Я бы предпочел штурмовать это место с воздуха, но мы не можем. Пресса сожрет нас за такую рискованную операцию внутри города. Вот почему ты, искателем, поможешь нам в этом. Как? С
Слушай, я слишком занят, чтобы вводить тебя за ручку. Просто поговори с офицером Нельсоном перед небоскребом Клипсона снова. Пока. Мы побежали. Одного жетона не хватило на эти сраные ботинки. Я их, наверное, потом добью. Привет. О, славно древним, ты вернулся, искатель. Может, теперь мы наконец сможем вернуть эту чертову башню под наш контроль? По крайней мере, здесь нет никаких заложников, но все же, эти преступные птицы кажутся более агрессивными, чем когда-либо. Они укрепились на крыше с ящиками, полными фруктов и других украденных товаров, готовясь улететь. Тебе нужно попасть внутрь и подняться на лифте на верхний этаж. Оттуда можно добраться до крыши и забрать ящики. Мы отправим транспортную эвакуацию, чтобы забрать их. Все, что тебе нужно сделать, это включить магниты для загрузки ящиков. Ладно, покажи этим канцлерам, мы рассчитываем на тебя, искатель. Пока. XX-стаж. Вы издеваетесь, а чего у меня не сработал этот? А, у меня нет СП, я понял. А это на них будет действовать? Надо отхилиться, отстаньте от меня. Ну-ка, у них какая-нибудь уязвимость есть? Минус 25%. Наконец-то одна из этих птичек загорелась. Отстаньте от меня! Ух ты как! Да, они просто бесконечно стреляют по мне из автомата, из-за чего я им ничего сделать не могу. Замечательно. Что ж такое-то? Это самое неудачное место с ними для сражения. Ящики. Да вы надо мной издеваетесь. И что мне надо сделать с этим ящиком? С крыши все скинуть, что ли? А, ну да. Ожидает ящик.
А, так их нельзя скидывать. Их обязательно надо на эту. На платформу внеси. Ух ты, как мне хп снесло. Мне кажется, можно пока и ящики все поднести. О-о-о. Этого мне не хватало. А если я какой-нибудь из этих птиц убью? Не дает. А, не дает. Смотри-ка. Прежде чем как они выстрелят, это у них слабое место, да? Ничего себе тут ящик, а как мне его... А-а-а! Я понял. Ух ты ж, блин, как больно-то. Да чтоб тебе. Вот, все, получилось. О, не туда. Мне еще этот надо обязательно убрать.
что я ничего не вижу из-за этого. Из-за что платформы так вниз, и где они там по мне стреляют, что они делают? Что за бред? Что за бред? И с последним ящиком такая дичь произошла. Вы издеваетесь, они по очереди начали по мне стрелять. Доедливых миссий. Такой хренью пришлось заниматься. Привет. Ах, вот и ты. Хорошая работа там наверху. Мы получили подтверждение того, что все ящики вернулись в целости. Похоже, что на этот раз ты показала хороший результат. Даже сержанту Бронзелю и Хране с древней прессе не на что будет жаловаться. Пора вернуться к сержанту Бронзелю в штаб. Отчет об операции уже должен быть доставлен. Пока. Так, ну ладно, остальное будет в следующей серии. Сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.